Коничва! Меня зовут Александр Райков, и сегодня мы будем смотреть очередной фит от Baby Metal. Девчонки ранее уже сотрудничали с F-Hero и Body Slam. Также недавно вышла работа с Electric Callboy. Такой танцевальный трек получается. Это были прекрасные фиты. Кто не видел, переходите, смотрите. Наслаждайтесь. Ну а сегодня у нас совместная работа с Тимом Хэнсоном и Скоттом Лепейджем из Полифии. Клип называется Brand New Day. Совершенно новый день. Вышел он 19 июня 2024 года, то есть сегодня. И уже более 100 тысяч просмотров. Единственное отличие от предыдущих коллабораций, то что мы смотрели клипы, а сейчас мы будем смотреть официально лайв-видео. Давайте начинать смотреть. Погнали! Красиво освещается сцена. Какой-то такой... не похоже на Baby Metal Ambient. Неужели это Полифия, так сказать, внесла свою коррективу? Вот он лайв. А что там летает? Это дрон? Я подумал, что это воздушный самолетик кто-то запустил. Скорее всего, дрон. Да-да, дрон. Сейчас понесется. Чувство. Это кому в Полифии не хватает вокала? Вот, пожалуйста. Плотный звук. А где все остальные участники Baby Metal, а? Где гитаристы, где барабанщик? Возможно, мы их увидим, а возможно, нет. Где они? Но на самом деле, пока это такая лайтовенькая прям работа. Наверное, одна из самых лайтовых, которых я слышал от Baby Metal. Это такая... нежная, нежная песенка получается. И тут на сцену выбегает Electric Callboy и кричит «Ра-та-та-та-та!» Ладно, простите. У нее шикарный вокал. Мне кажется, я в каждом видео это говорю. Также мне нравится, как свет, вот эти светоэффекты, как настроен свет. Очень круто сделано. Так, соляки пошли. Сейчас сначала один. Своими пальчиками покажет, как умеет управлять. И вот. Второй. Не, ну звук прям так настроен, как будто я действительно нахожусь, если закрыть глаза, как будто прям нахожусь на сцене. Точнее, возле сцены, перед сценой. Во.
Конечно, у такого звука есть свои минусы. В плане того, что часть информации теряется, но в целом атмосфера передается даже, возможно, лучше. Живость, точнее, песни передается лучше. Вот. Надо пальчиками делать, да. Я надеюсь, Шумодав не все съел. Полифия! И бэйби метал. Все. Ну вот мы и посмотрели с вами этот лайв. Интересная, очень нежная работа. Бэйби метал раскрылись с новой стороны. В общем, ссылка на ребят будет в описании. Переходите, смотрите, наслаждайтесь. Спасибо вам огромное за то, что смотрели со мной этот лайв. Я надеюсь, что вам зашло. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии. И увидимся с вами уже в следующей видеореакции. Всем сайонара!